Кредиты населению и предприятиям станут дешевле. В Беларуси снижается размер ставки рефинансирования. Об этом сегодня сообщили в Нацбанке. С 18 января ставка снизится на 1 процентный пункт с 18 до 17 годовых. В прошлом году этот индикатор уменьшался 4-жды. Последний раз в августе с 20 до 18%. Как отмечает финансовый регулятор, очередное решение о снижении принималось с учетом ряда факторов. Во-первых, инфляция по итогам 2016 была ниже прогноза 11,5%. Во-вторых, несмотря на постепенное уменьшение процентных ставок по депозитам, доходы по ним остаются высокими. В-третьих, на внутреннем рынке нет большого спроса на валюту как со стороны предприятий, так и населения. Как считают в Нацбанке, все это положительно отразится на замедлении темпов инфляции и выходе ее на однозначную цифру уже в первом квартале года.